идешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное дни. Свиньи собираются длинные цепочки, линия жизни становится точкой. С ручки не стежок за стежком, живут твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник. Что, друзья, всем привет! Снова на канале Live Fishing 23. Позади меня вот такое шикарное озеро с рыбой. Рыба есть, рыба плескается, еще одна плескается. Ну, это в кресле вот толстый лобик. И нам он сегодня не интересен. Приехал я сюда на 3 дня, трое суток, точнее, если быть, если правильно говорить. Трое суток. Это у нас будет турнир на 500 000. То есть нужно поймать самую большую рыбу и забрать бабки. Этим мы и будем заниматься следующие трое суток. Время 8 утра. Сейчас буду раскладываться, все доставать. Немножко проспал. Надо было к 7 хотя бы приехать. Ну да ладно. Сегодня приедет еще Игорь. Игорь будет со мной сутки, либо двое. Посмотрим. Будем пробовать вдвоем. Потом Игорь уедет, останусь я один. Возможно, из этого выйдет 2 серии у нас. Ну а там, как обычно, как пойдет, посмотрим. Есть корабль у меня. Попробую на корабле поставить, может, 1 или 2 точки, но остальное в ручном режиме. В общем, все, будет много интересного. Будем делать прикольные насадки, будем варить коноплю, будет флет, будет амур 20+. Но это не точно, хотя бы одного такого поймать. Ну, в общем, что будет, то будет, это мы увидим. Все, всем приятного просмотра и погнали рыбачить. Ну что, удочки поставил, но пока еще не забрасывал. Сделал вот такие насадки сейчас на 2 удочки. Сейчас поближе покажу. Максимально заметные. Вот такая красота. Поп-апчик желтый с розовой шапкой. И розовый поп-ап с желтой шапкой. Первое, что сказал. Короче, вот такие 2 красивые насадки. Сейчас пока еще прикормку не замешивал. Одену чисто 2 стика и отправлю в воду. Со стиками мудрить ничего не буду, там продевать через поводок еще как-то. Взял крючок, кстати, это крючок у меня 2 номера Хаябуза. И вот таким образом. Все, и отправляем это дело в воду. Стик ПВА растворяется в воде, получается маленькое кормовое пятно. И шикарная насадочка привлекает карпа. Также и со вторым нагло. На крючок отдели, не продевая ничего через него. Хоп, и вот такая красота. Все, отправляем в воду на ждуна и ждем. На ждуна и ждем. Погнали. Все, настало замешать время прикормку. Все 4 удочки заброшены. Со стиками пока ждем. Значит, будет у меня 2 программы, наверное, наверное, 2. Первая будет фруктовая. У меня с прошлой рыбалки осталась прикормка, эта рыбалка была вчера, поэтому прикормка еще свежая. Почему нет видео с этой рыбалки? Все очень просто. На въезде был шлагбаум. Я открывал шлагбаум, вылетела оса. И что же вы думаете? Оса укусила меня прям в губу. А у меня аллергия на пчел, на ос и прочее. Она мне укусила, у меня опухла вся рожа. Я отправил жену там, в соседнюю деревню. Она поехала, купила супрастин в ампулах, купила шприц. Так как деревня не сильно большая, шприцов маленьких не было. Были вот с такой иглой. И пришлось колоть самому себе вот такенной иглой. Мало приятного, конечно, но а что делать? Ну, опухоль спала, конечно, весь день прошел. Поймал только 1 толстолобика. И все. На водоеме никого не было, мы одни были. Ну, не знаю, что-то пошло не так. В общем, сейчас замешиваем прикормку. И уже надо ловить, что у меня 2 выезд. 2 непонятный какой. Значит, это программа будет интересная. Банан со сливой. Эксперимент проведем. Есть вареные бойлы у меня. Банан 20.
И мы их туда загружаем. Не знаю, пока надо. Килограмм. Здесь у меня два. Около килограмма закинем. Таким образом. Дальше кидаем пыликов. Тоже банан. Двадцатка. Блин. Запах обалденный. Тоже чуть меньше килограмма. Есть. И следующим у нас пойдет слива. Вареная 20-я. Ее я порежу на половинки. Кстати говоря, она прям вообще свежайшая. Она быстрее будет поломать ее. Вот так прям пару десятков бойликов туда. То есть будет у нас максимально крупная фракция 20-ка и половинки 20-ок. А пылящий бойл, он просто будет давать шлейф для привлечения рыбы. Не знаю, сколько он часов. 3-4-5, может, пылик растворяется этот полностью. Поэтому будем подкидывать через каждые 2-3 часа еще прикормки в небольших пропорциях. И будет шикарно. Всегда у нас будет стоять пятно, шлейф. Дует ветер на водоеме в мою сторону. Будем облавливать ближние дистанции. Ну и все вот так вот целых тоже кинем. Готово. И также кинем пыликов, сливу. Вот у нас желто-красное пятно такое. Попробуем, что из этого выйдет. Так, тут что у нас есть? Тут что у нас есть? Здесь у нас все рыбное, да? Угу. И зальем его все вот таким ликвидом. Банан. Бананы лопала бомба. Ого, кто закрутил так? Шикарно. Вот таким образом. Немного. Здесь сколько у нас объем? Какой-то объем есть, и мы примерно третью часть этого объема залили. Точно не могу сказать. Так, есть сливу. Пока, наверное, не будем добавлять. Сейчас перемешаю. Будет видно. Здорово. Все, получилось. Вот все такая яркая. Сейчас покажу поближе. Вот такая красота. Смотрите. Блестит. Но это еще не все. Это еще не все. Есть у меня вот такая жидкость. Это от FFM R1. R1 машина. Вообще, это жидкость для зигрига. Она дает нереальное облако. Да, вот. Зигриг Special Red Cloud. Облако. Красное облако. Зальем сюда, я думаю, миллилитров 100. Чтобы прям... Ну, вы поняли. Перемешал. Она тоже фруктовая, она имеет немного клубничный запах. Хоп, хоп-хоп, и готово. Ништяк.
даже чуть-чуть лишнего налил, но все равно чуть набойлы растянется и будет ништяк. Все, фракция у нас, фракция. Прикормка стала красного цвета, красноватая вот такая. Уф, красота. И чтобы еще больше было облака, и чтобы оно быстрее отдавало, я сыпану сюда сыпуху. Если я ее взял. Баночки, скляночки. Да, есть. Высыпалась. Сыпуха вот такая у нас. Это тоже R1. Красная машина, метод микс. Тоже от FFM. То есть здесь R1 машин и здесь R1 машин. И просто по чуть-чуть прям подсыпаем. По чуть-чуть, конечно. Сыпанем. Она ярко-красного цвета и очень-очень мелкая. Сейчас бойлы облипнут этой красной сыпухой. И уже при попадании в воду будет пылюку такую давать. Главное не спугнуть рыбу, а привлечь. Чуть перемешали, добавляем еще. Все, я думаю, этого будет вполне достаточно. Больше не буду подсыпать. О, хорошо, хорошо пошла. Блин. Какой-то прикормкой по-любому должна рыба прийти. Но никто об этого не обещает нам, да? Сейчас покажу поближе. Вот такая, ребята, красота. Жалко, запах не передает. Запах божественный. Шикарно. Все, сейчас ищем точки и уже будем забрасывать, завозить. И кормить нашу рыбку. День обещает быть жарким. Будет ли что-то днем, непонятно. Но я думаю, вечер, ночь, раннее утро, наше все. Ну а так, посмотрим, конечно. Будем подбирать ключик. Погнали. Пиздя сидел в кабине. Ну что, вот и вечер. У нас вечернее кормление. День нам не принес особо никаких результатов. Было несколько поклевок, из них только одна была реализована. Был карп на 6 килограмм. И все, больше мы ничего не достали. Пока все молчит, все молчат. Все озеро в кораблях к вечеру. Но Игорь говорит, корабль фуфло. Вон, видите, один, второй. Будем кормить ракетой. Отличный заброс. Сейчас папа покажет. А от плоса полет, что ли? Да, я попробую. Блядь, что? На, попробуй, блядь. Звук, если что, пишется, сильно не матерись. Что, у нас контент 18, не 18+? Да, ну так-то можно, в принципе. Наоборот, интересно. Игорь говорит, что-то не работает ваша система эта. Уточки ваши дорогие, вот мне пришел вот это мне. Сейчас мы, наверное, корабль достанем. Сейчас же его помучить. Грузи больше, кидай дальше. Да я по баксам беру. Чикаго.
Алло. Ракета фуфло. А другой нету. А другой нету. Поплывки, отстой. Корабль топ. Везем кораблем. А где, кстати, наш корабль? Еще не приплыл, наверное. Что, ребята, снимаем с руки ночные движения. Хорошо поработали на секторе, достали, ну, до этого мура, сейчас осетр. Это мой первый пойманный настолько сильный осетр. Свисток обработали, чтоб не свистел. Он прям сильный. Прям такой бой дал. Красавец. Они уже здесь подросли. По весне они прям вот такие, наверное, были. Фу. А сейчас в два раза больше. В общем, ночь, озеро оживает. Соответственно, гиганты просыпаются. Да, осетр. Сейчас отпускаем его домой. Дай мне померить. Давай. Ну что, друзья, вот такое у нас доброе утро. Проснулись, сели позавтракать. И вот такой карпуша 6 килограмм, 200 грамм пришел к нам. Также позавтракал. Лысый, красивый. Пчела, уходи. Я не хочу, чтобы мне второй раз кусала пчела. Уже ловленный, неоднократно. Губа такая прям побитая, жестко. Сейчас я его обработаю. И отпустим его во свояси. Ночь прошла очень интересно. Была раздача амуров и осетров. Но крупного ничего не было, к сожалению. Так что все, начинаем новый день с шестерочки. Вчера, кстати, тоже шестерочки день начался. Будем крупняться, но это не точно. Все, пускаем. Моя десяточка. Игорь говорит, десятку зацепил. Сейчас посмотрим, что там у него за десятка. А мне до этого карп также мотал башкой. Угу. Костя пацак в деле. У меня тоже сейчас был Big Fish. Вот такое вот. Где-то десятка, может, 15 грамм, правда? Десятка. Да, все. Что там оранжевое? Где? О, оранжевый торчит из воды. Это колышки? Ну, это карп, наверное. Под зубами как щелкнет. Да, чешуйчатый. Фрикциончик. Нормально. Протрески трешит. Вот он, ребята. Карп. Двадцатка. Аж голос потерял. Дубль два. Не подним. Давит вниз, да? Силен. Бродяга. Хорошо позавтракал. Покормили вкусно. Ну да, двадцатка. Может, даже 25. Баба-ягодка опять. Опа! В домике. Пойдемте посмотрим, что там у нас. Да, тигр какой. Боевик. Опять смотрю. Да? У нас вторая поклевка. Ну, уже точнее, поклевок-то было больше. Но вот две последних засекаются снаружи. Еще он как бы в рот должен брать.
Ну, в рот что-то они не берут, берут как-то снаружи, очень странно. Это непонятно, либо вопрос к монтажу, неправильно, неправильный монтаж, либо непонятно. Ну, совсем небольшой. Трешечка. Давай губу ему сделаем. Вот так вот трешек мы ловим. Акробат цирковой. Губы накрасим. О, что пошла. Сейчас пусть покурит, подышит. В общем, ловим, ловим. Но никак пока крупняка разловить не можем. Пойдемте вместе его отпустим. Как тебе, Игорь, двадцатка? Тяжко. По машинам хвостиком. Жопа, не стал махать. Игорь, тогда ты нам помаши. Карпфишинг топ, да? Топ. Все. Продолжаем, ребята. Такая у нас красота. Погода сегодня хорошая. Шикарная, я бы сказал. Почти штиль. Ну вот и все, фильм закончился. Значит, резюмируем. Прошли сутки, чуть больше, сутки и 2 часа. Поймано было, возможно, около 20 рыб. И, наверное, тоже не менее 10 сходов. Со сходами так и не разобрались. Почему сходит, непонятно. Рыба, которая ловится, она ловится отлично, она засекается офигенно. Что амур, что карп, засечка за губу, пробитие сквозное. Но есть сходы, вот даже вот недавно был паровоз, просто и бросает. То ли насадка крупная, то ли крючок, ну непонятно. В общем, пока рыбалим так, как есть, будем разбираться, потому что впереди еще 2 суток. А это будет совсем другая история, так скажем, 2-я серия. И эту серию мы закончим так. Никакой крупной рыбы не было. Самая крупная была 7, по-моему. 7 килограмм. И все, осетры вчера вечером раздавали. Амура много было. Амур 5-6 килограмм весь. Тоже крупного не было. Не знаю почему. Рыба вроде подтягивается на точке, но крупных нет. И закономерность. Я же вот, ну вы видели. Я замешивал фруктовую прикормку. И отдельно вот у меня ведро с пелицем. И что вы думаете? На фруктовую прикормку вчера, наверное, была одна поклевка, это сход. И все, и вообще молчит удочка. Вот у меня одна полностью на фруктах. Я уже точку поменял, еще точку поменял, нашел свал. Вообще, как бабка отшептала. Чисто на пелец, рыбный вкус. Насадка вчера работала, как ни странно, специи. Игорь себе нашел баночку, одел такой, закинул у него поклевку. Ну, что это такое? О, специи. И все, и мы весь вечер ловили на специи, на пылик, который можно купить у нас в магазине на Wildberries, его как интеграция, ссылочка в описании. И что, и ничего. В общем, всем спасибо за просмотр. Лайки, если есть, поставьте, если нет, ну ладно. В общем, ждем 2-ю серию. Во 2-й серии будем ставить на ночь вот такие большие насадки. Будем их сверлить, внутрь ставить пенку, не пенку, а пробку. Либо сегодня... Ну, вот в этой во 2-й серии будем варить коноплю по специальному рецепту. Я взял 1 килограмм конопли, она у меня замоченная. Будем варить ее и пробовать активировать крупную рыбу. Ну и все.
До новых встреч. Всем. Всегда забываю, о чем надо говорить. Мирного неба над головой, здоровья вам и вашим близким. В общем, до свидания.